Популярное утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио выйдет в прямой эфир 17 февраля из Твери. Любимые миллионами ведущие Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов приехали в столицу Верхневолжья, чтобы традиционно разбудить аудиторию русского радио. Одним из самых интересных мест, которые посетят ведущие русского радио, станет фабрика «Мармеладная сказка», где Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов познакомятся с производством натурального мармелада. Ведущие готовы поделиться своими впечатлениями в утреннем 4-часовом шоу с 7 до 11 часов в Твери на 106 FM 17 февраля. А гостем студии, открывающим шоу вместе с перцами, станет певец Айван с презентацией новой песни. Привет, Тверь! Здорово! Это мы, русские перцы, наконец-то мы доехали до вас. Да, помогли бы дойти, вот по факту-то недалеко. Хороший город, уютный. А погода-то какая? Да. Встречает солнышком нас, обделенных витамином D. Очень классно. А планы у нас грандиознейшие. Мы сейчас отправимся на мармеладную фабрику. Сейчас мы сделаем мармелад специально для наших слушателей. Мы обязательно в эфире разыграем этот мармелад. Да, чтобы каким-то образом завтра утром, если я говорю мои сладенькие, это хотя бы соответствовало реальности, понимаете? И если, дорогие друзья, вы хотите задать вопрос после нашей экскурсии, мы вам ответим сразу. Не слипнется. Все будет нормально.